Снимаешь? Привет всем. Сильно громко говорить не буду. Сегодня нам предстоит такая охота на зайца матерого, на зайца-специалиста. Его мы с самой осени не можем взять. Уже январь, середина. И вот все никак не получается. Мы его не показывали, лишь в каком-то видео упоминали о нем, что пробовали, но он сразу ушел. Но это уже у нас, на мой счет, пятый раз, как мы сюда приехали, именно за этим зайцем. Так, буду заряжаться. Бесконтейнерная. Двоечка. Патроны. Саша тоже. Двойка, бесконтейнер. Мы вдвоем. Сейчас я вам начерчу, как дела у нас обстоят. Все, и что мы будем делать. А там уже посмотрим по обстоятельствам дальше. Близко мы подъезжать не стали, потому что он сразу уйдет, если заслышит мотобуксировщик. Метров 200 за нами массивы, где он располагается, где он живет. И мы там будем проводить охоту. В общем, смотрите, вот он массив. Так, вот он массив отдельный. Вот тут еще один. И вот сюда, где я сижу, вот еще массив. Заяц в основном живет вот здесь, в этом массиве. Выходит он сюда на кормежку, ну и сюда. Периодически он меняет свои места. То есть вот здесь, мы сейчас вот здесь вообще стоим. То есть он вот здесь кормится, здесь и здесь. Но в основном он проживает вот тут. В основном всегда уходит, вот как я сижу, сюда. Но тут, чтобы вы понимали, расстояние большое, метров 80. И одному достаточно сложно с гладким ружьем на этом участке взять его в том месте, где он будет переходить. Но мы все равно будем ставить Сашу именно сюда сейчас, именно здесь. Все-таки поставим на прострел. Будем надеяться, что он пройдет ближе к нему. И пока мы будем подходить, ветер дует сейчас отсюда. Мы будем специально заходить из-под ветра. Вот отсюда, проходить здесь мимо, оставлять Сашу, чтобы он слышал, если он нас будет слышать, что прошли, как будто я один прошел. То есть мы проходим, Саша снимает лыжи и встает на место. И я уже буду заходить по большому кругу, смотреть, где он сейчас находится, потому что мы не знаем, где он сидит. И уже будем пробовать. То есть если здесь, то отсюда начну толкать. Если здесь пройду нету, я пройду больше круг, резану. Посмотрю, если здесь его нету, значит он здесь. Если он здесь, то я начну, Саша стоит здесь. То есть я пройду вот этот первый, вот этот второй, и потом отсюда начну толкать на Сашу. То есть. И посмотрим уже, что будет. Но дело в том, если он поднимется, он вообще в основном уходит с этих мест и уходит на огромный круг, и может не вернуться дня 2-3. Но потом он опять возвращается сюда и дает нам возможность опять попробовать добыть его. Приступим. Мы сегодня специально целиком день уделили целенаправленно этому зайцу. Так что попробуем взять его.
Спец уходит. Хорошо подранил. Вот он засел. Спец. Выходи. Так, вижу. Давай, 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 давай. Саш! Иди ко мне на голос. Сюда. Вижу, вижу. Все, дойдет сейчас специалист. Фу. Я даже что-то маленько растерялся, блин. Столько времени. Ой. Мы за ним дели охоту, не могли никак взять. А сегодня я подошел к нему сейчас на лыжах, спокойно. И получилось, с Лешки поднялся он от меня. Вторым можно было уже не стрелять. Я там через кусты, через кушари. Но все равно решил бить, потому что этот парень с осени нам не давал покоя. Очень соленый зайчик получился. Особенно у меня, я постоянно на загоне был. Саня всегда стоял на номере. Он буквально здесь метров 40 стоит. Один следок такой вот заметенный, старенький. И вот так вот плотно он лежал. Этот косой. Ну вот он, зайчик. Вон он лежит, лапка получается. Он зашкреб спрятался. Ну, пускай дойдет сейчас до конца. Он и так, по-моему, уже готов. Я его достану. Вот оттуда он поднялся, там пришел. И здесь я уже вторым достал его. Травил он, конечно, конкретно. Я ему сразу хорошо попал. Вот он уходил. О! Что сказать, спец взят? Даже не ожидали сегодня, вот просто наобум поехали. То есть попробуем. Ну вот и все получилось. Так что никогда не надо отчаиваться даже со специалистами. Сейчас погода мягкая, он боится следить. Был сильный буран, сильный ветер. И очень много снега, кстати. Вот сейчас все изменилось, испортилось. И поэтому он лежал, подпустил меня вот вплотную практически к себе. И я его стрельнул. Ну здорово, с полем нас. Взял спеца? Взял спеца. Он уходил. Стою, а? Я стою, слышу. Бам-бам. Приготовился, думаю, может на меня вылетит. Ну он это, да, даже и уходил. Профессионал, он слышал тебя. Он даже уходил не туда. Он зашкребся под березину, получается. Спрятался. Дошел? И там дошел. Да ему хорошо попал еще первым. А? Спец взят. Это вообще прям... Блин. Мы довольны. Так, ладно, надо доставать. Ну-ка, специалист, иди сюда. Все, дошел? Дошел. О! Ну это реально спец. Ты глянь, какой он здоровый, Сань. Ничего себе. Ой-ой-ой. Вот это косой. Ребята, как бы мы уже зайцев постреляли. Не скажу, что там очень много и все остальное, но это реально большой заяц. Прям серьезный косой. Он и тяжелый. О, какой мощный. Ух ты, я ему как попал. Хорошо. Блин, вообще большой зайчик. Ну здорово, спец. Спец, я говорю, соленый спец. Снимаешь? Про этого зайца можно сказать одно. Это реально матерый заяц. Он очень большой, увесистый. Мы... В этом году такого не стреляли еще, крупного зайца. Кому-то может показаться, что это, ну, простой обычный беляк, но нет, поверьте, это реально крупный, большой заяц. Здоровый беличина такой прям. Поэтому он на самой осени тут и гоняет, он знает, как уйти, он знает все о том, как ему сделать лучше, чтобы остаться живым. Вот такой вот, ух ты, красавец, кровит. Блин, нас полем вообще довольны, как куда вы. Пошел снег, но мы там видали еще один следок.
Может быть, съездим туда, что получится. Ух ты. Побежала с него. Ну, хороший, хороший. Косой. Вообще прям, блин, замечательно. И я больше всего, конечно, доволен, что я подошел к нему на самый выстрел. Получается, вот сейчас. Я уже думал, сейчас зимой такого не будет именно с этим косым. Но все-таки все получилось. Я там видел скидку одну. Я не знаю, должно быть видно на камере. И уже пошел боком-боком обходить. Думаю, чтобы на Сашу как раз вытолкнуть. И он поднимается с Лешки. Пришли на Лешку посмотреть, откуда он поднялся, как это было. Вот он, его ночной след. Я не успел дойти. На скидке остановился, смотрел, что мне делать. В лазняк не полезешь, в кусты. Ну, я думаю, как раз буду обрезать здесь по-чистому и толкну на Сашу. Потому что до Саши, ну, буквально, я не знаю, 60 метров остается, то есть. И он в этом пятачке. Я понимаю, что он здесь, потому что я обрезал. Возвращаюсь и понимаю, что он лежит где-то перед нами. Ну и получается, как раз выскочил специалист. Выскочил он из норы. Такая вот у него нора здесь была. Лежечка. Место такое уже утоптанное. Он, скорее всего, не первый раз здесь уже ложился. Просто до этого все замело. И вот сейчас он здесь расположился. Ну и тут я уже стрелял. Замечательно стрелял. Вон она, моя дробь пошла. Как раз он уходил. И здесь я уже первым попал. Вторым через кусты, конечно. Стрелял я недалеко. Бесконтейнерная двоечка, патроны. Все здорово. Вот так он лежал в норе. Вот поэтому бывает сложно даже найти зайца правильно, особенно вот поднять его, увидеть точнее даже. Не то, что поднять, а увидеть, где он на лёжке лежит. Маленько я не дошел до следа. Я бы, конечно, бы сообразил, что вот след, и он кончается, я бы увидел эту нору, подошел бы ближе. А может быть, все бы было и по-другому, кто знает. Ладно, возвращаемся до мотособаки. Ну вот мы и вернулись к мотобуксировщику. Вот такой вот косой. Это реальный специалист. Мы взяли его вообще как планировали. Все сделали правильно. То есть и зашли правильно из-под ветра. И Сашу поставили замечательно. Даже если бы у меня не получилось его взять. Но это вообще удача, что я подошел к нему вплотную, конечно. Он был на рее, скорее всего. Ну, может быть, слышал нас, не знаю. Но суть в том, что я подошел к нему буквально метров на 8-9, и он поднялся. И это здорово. Но все равно бы, скорее всего, в итоге бы он выскочил и пошел бы на Сашу. Ну, получилось так, как получилось. Да, а получилось здорово, собственно. У нас есть наш заяц, которого мы долго хотели взять. Наш специалист, профессионал. Здорово, когда берешь именно такого большого, крупного зайца. Так что охотьтесь с нами, охотьтесь сами.